Лить, я не могу их бросить. Нам доверились. Нужно быть осторожнее. Я вижу Дана! Так, тварь!
цепь огромна и, кажется, плохо закреплена. Собью ее выстрелом. Будь свободен. Цепь убрана. Эйвор, бегом на корабль. Слушай, если не будет других моряков. Зададим этим псам трёпку и заберем их сокровищ. Легче лёг. Еще не время, Дак. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдан, Убба и Ива Рагнарсона не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С элем золотым, как сокровище, которое мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, да? Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь многое. Великанов? Великих римлян. Империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, да. Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю! Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком. Мы пойдем вместе с Дагом.
Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане? Да, Кейвор, за мной. Пожаловал. Наши реки загрязняют мерзкие даны. Ты назови свое имя. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков данов. Убирайтесь, язычники, или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пасть, скотина, и сражайся. Тебе конец. Покончим с ними. Я брошу твой труп в навоз. Так, твое желание сбылось. Мы его упустили!
доспехи! Здесь все. Хватит с меня неожиданностей. Да уж, я проверю длинный дом. Отбросы для отбросов. А ну стой! Кто ты такой? Один из этих разбойников? Сигурд, Даг, сюда! У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Очень отважно. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Яньли. Торговка, не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн. Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Раньше разбойники их продали. Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов. Но я скорее вырвала бы им глаза. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфдан хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара, но их здесь уже не было. Развязать их. Вы знаете сынов Рагнара? Да, я продал братьям немало лошадей. Славные люди, платят достойно. Судя по виду лагеря, их нет давно. Куда вы отправитесь? Чем займетесь? Закуплю товары, начну сначала. У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться где-нибудь. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья. Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд. Яньли? Роуэн?
Я Сигурд, ярл Форнбурга, сын Стюрбьорна. Это Эйвор. Итак, вы свободны, но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны, хотя бы пока не встанем на ноги. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворона. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем. Это место мне по душе. Итак, семья, друзья, это наш новый дом. Отлично. Таким длинным домом можно гордиться. Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Эйвор, Сигурд. Вот Англия. Четыре королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнара решили двинуться дальше в земли Мерсии, сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь, в этой безымянной рощице. Безымянной? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Есть у меня одна мысль. Рейвенсторп. Дом клана Ворона. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гунуру с этим? Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гуннаром. Отлично, дорогая. Что-то еще? Записки, старые письма, рисунки, послания на рунных камнях. Мне далеко не сразу удалось понять, что имелось в виду.
Неплохое место, Эйвор. Да уж. Я могу тебе чем-то помочь? Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песни мечей и треску щитов. Я позвал бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет. Так что ты незаменим. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Ну да. Разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. Слушайте меня внимательно. Мы отправимся в набег во благо клана. Поселение не отстроить без добычи. Наконец-то! Разграбить монастырь. Здесь парус не поднять. Легче легкого! Так, саксы знают, что мы здесь. Монастыри будут хорошо охранять. Монахи с их молитвами нам не поверят. Парус поднять! Есть у кого история? О, вы наверняка еще не слышали о том, как Один и Фрейя пришли ко мне однажды темной зимней ночью. Они... Сказали, что ты их дитя. Да, Дарк. Мы слышим это так же часто, как восходит солнце. Парус поменьше! Oh!
Что стряслось? Что происходит?
Много добра, один не унесу. К бою! Эй, подойди-ка сюда! Thank you.
навстречу! Помогите! Все, возвращаемся. Славный был день, и все вы хорошо потрудились. Пора возвращаться домой. А ты уверен, что где-нибудь не найдется еще пара золотых самородков? Я уверен, нет. Эйвор, сколько засечек? Засечек? Так, я не веду счет убитым. Их чересчур много. Ну, конечно, брат. Я вот убил 26 вроде. Когда мы прибыли, что удалось? Нет, ты их не видишь. Они напали из леса.
Ставьте мачту! Расскажите что-нибудь. Парус! Я вам когда-нибудь рассказывал о том, как в одиночку убил целый клан? Онор уродливый был прекрасный моряк и мог один вести драккар. Вот почему конунг Сигвальди держал его в своей дружине. Но человек это был жестокий, подозрительный и желчный. Неприятнее его я мало кого встречал на своем веку. Однажды мы позвали бондов из клана Инглингов на пир. Но когда поднесли Эль, оказалось, что его не хватит на всех. К несчастью, Эль закончился как раз тогда, когда Онор подставил свой рог. Он разразился грязной бранью и обвинил Сигвальди в предательстве. Все стали глумиться над Онором за то, что он так рассердился. Он же взъярился еще больше и выбежал вон. А чуть погодя, мы услыхали его крик. Я воздвигаю эту жертву и шлю проклятие Инглингам за бесчестие! Мы выглянули и увидели, что Онор отрезал голову одной лошади Инглингов и насадил на ореховый шест. Увидев нас всех в дверях и бондов Инглинга тоже, Онор испугался и сбежал. И много месяцев не появлялся. Пускай парус! Лидер! Монастырь! Там есть чем поживиться! Thank you.
Мне тут нужна помощь. Ну же, помоги мне. Сюда! Славная добыча! Уходим!